На центральной городской улице Николаева состоялось шествие в поддержку традиционных семейных ценностей за семью. В нем приняли участие представители разных христианских конфессий, а также общественные организации. Колонна участников проследовала по центральной улице к площади, где состоялся митинг в поддержку христианских семейных ценностей. Участники акции считают, что внедрение гендерной политики и ювенальной юстиции несут в себе большую угрозу для семьи и общества в целом. Основным лозунгом акции были слова «Мама, папа и я – счастливая семья», «Традиционная семья – единая страна». Напоследок все служители, присутствующие на шествии, совершили общую молитву.